Всем привет! Приветствую всех вас на своем канале. Сегодня вместе с вами будем готовить очень вкусный десерт к чаю или кофе. В миску кладем мягкое сливочное масло, добавляем ванильный сахар. Взбиваем миксером пару минут. Добавляем сахар и взбиваем. Соду заливаем уксусом и добавляем к маслу. Взбиваем. Берем яйца. Отделяем белки от желтков. Желтки добавляем в чашку, а белки оставляем. Из них позже сделаем меренгу. Миксером взбиваем, соединяем ингредиенты. Постепенно добавляем муку и продолжаем взбивать. Далее тесто вымешиваем руками. Тесто получается мягким и не липнет к рукам. Кладем в пакет, убираем в холодильник на 30 минут.
пока тесто в холодильнике, измельчаем грецкие орехи. Белкам добавляем соль, взбиваем миксером до мягких пиков. Постепенно добавляем сахар, взбиваем до растворения сахара. Добавляем лимонный сок и взбиваем еще минуту. Получается вот такая меренга. Добавляем измельченные орехи, аккуратно перемешиваем снизу вверх. Достаем тесто из холодильника. Разделяем на три ровные части.
Раскатываем тесто на пергаментной бумаге. Кладем на противень. Сверху смазываем меренгой. Выпекаем в разогретой духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов. Вот такие коржи получились. Даем им остыть. Готовим крем. В миску добавляем сливочное масло. Ванильный сахар. Взбиваем до остывания. Не прекращая взбивать, добавляем по одной ложке вареной сгущенки.
Наш крем готов. Собираем десерт. Украшаем десерт измельченными орехами и какао. Отправляем десерт пропитаться в холодильник не менее чем 2 часа, а лучше на ночь. Достаем десерт из холодильника. Разрезаем на кусочки и подаем к столу. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписывались. Включите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Вот такой вкусный десерт у нас получилось. Желаю всем приятного чаепития. До новых встреч!